Итак, уважаемые господа, это YouTube-канал «Большая шишка», и только подумайте, я сюда хотел прийти. Вот, там ни потолка, ни стен, короче, нету, все какое-то в железных листах. Это ничто, ничего не стоит, все еще сгорело, вот. Все выбито, зря я сюда вообще шел, я думал, тут можно будет полазить, фиг-то там. Ничего там не полазишь нигде, собственно, вот. Видите, железные просто листы, вот. На потолке, на стенах, вот. Ничего не забетонировано даже. Это грустненько. Вот, а рядом такая красота. Церковь какая-то стоит. Вот. А я заброшки думал, заброшка, заброшка. Сейчас приду, сейчас вам покажу. Ага. Сейчас я вам покажу, блин. Ну, заброшено, конечно, давно. Несомненно. Вот, несмотря на все HDR, не фокусируется нифига на том, что я хочу показать. Вот, пытаюсь в окно. Вот, видите, там эта хрень не залита нифига. Собственно, дальше что? Все из нее что-то выкинуто или просто мусорка какая-то. Вот. Не готовы даже ступеньки, собственно. В этом-то и проблема все. Вот, я думал, там полазить можно. Блин, там ничего не готово. Вот, опасно, просто опасно, господа. Просто это экстремальная хрень. Я в нее лазить не буду. Господа, извините, конечно. Но это ненадежная какая-то вообще недостройка. Вот. Пусть какие-нибудь придурочные МША лазят. А меня от этой необходимости избавьте. Вот, кстати, вот тут видно, что я не планировал, кстати, нифига, чтобы там что-то было. Видите, там просто какие-то плиты прикручивали деревянные просто к этой железкам и все. То есть там перекрытий межэтажных, их просто нету, вот. Видите, их нету там. Вот, как такой дом могли сдать и построить, да, он еще из пеноблока целиком. Вот, это кошмар. Вот, а на тему того, чтобы дальше, вот, Пушкинский контраст. Вот там бомж упал и лежит прям, вот, бомж. Вот, видите, он с этой, с коляски свалился, упал и лежит. Вот. Прямо там. Подойдем, еще покажу. Короче, вот, результат такой. Не стал эту бомжа снимать, тут Пушкина, тут их дофига. Тут просто место такое, вот станции. Тут они бегают в большом количестве. Вот. А так, это такой городок, где заброшек дофига. Вот, руку через забор присовываешь. Не знаю, видели вы там что-нибудь, но там просто столбы и шипы, короче, торчат. Из-под земли, вот и все. Какая-то вообще фундаментная заброшка. Вот, не знаю. Что тут где. Вот. В целом нашел, как показывать. Вот так. Вот. Нечего тут даже смотреть. Сейчас. Свободнее место. Вот. Какое-то строительство дома, блин. Монолитного. Вот так вот. Хоть на одной заброшке побывали. В общем-то. Хотя смотреть тут нечего, кроме того, что дождь начинается. И голуби бегают. Но тоже жирные. Как и был я, собственно. А я все понял, в чем-то прикол. Пушкин — это город заброшек. Вот. Я только одну улицу прошел. Сколько тут зданий. Сгоревших, блин. Офигеть просто. Господа.